Этот магазин игрушек был открыт в прошлом году, когда Кэдзи Ямацути порвал с карьеры конторского служащего. Хобби было для него важнее, и он решил открыть свое дело. К сожалению, ему не удалось поднять продажи, так как по сравнению с первым полугодием прошлого года продажи за первое полугодие этого года упали на 80%. Поэтому, пожалуйста, прошу вас, не проходите мимо. Подержать, да? Не стреляйте, когда целитесь в людей. Стреляйте по пустым банкам, например. Показать?